Вначале по традиции слово игроку команды гостей. Иван, скажите, пожалуйста, ну вот знаете, такой у нас мини-плей-офф получается, игра 3 дня назад в Черкассах, какая сегодня, абсолютно одинаковая разница в счете, только поменялись победители. Даже сложно спрашивать, чем игры отличались, кроме результата. Какие эмоции сейчас испытываете? Ну, эмоций как бы у меня мало, так как я сделал ошибку на последних секундах, и меня забили 3-очковые. Так по борьбе боролись, первую четверть проиграли в желании, они сделали много вторых, дали ему много вторых шансов, во-первых, подбор проиграли, потом дали, сделали много потерь, они убежали, забили легкие очки, и так на подъеме они нас дожимали. Второй четверти дали, смогли догнать, вернуться, ушли там с минимальным проигрышем в перерыв, потом догнали и в итоге опять начали проигрывать подбор в каждой четверти и делать такое же самое количество. Ну, есть такое утверждение, что чемпионским менталитетом проявляются решающие моменты. Вы по-прежнему действующий чемпион Суперлиги и скоро начало плей-офф. Верите в свои силы? Конечно, верим в свои силы. Спасибо за всякий ответ. Желаю удачи в следующих матчах.